Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня и для того, чтобы угостить вас необычным десертом. Ну, не скажу, чтобы он прямо уж совсем легкий, калории тут, конечно, имеются, но показываю сначала десерт. Жиров тут не так уж и много, тут много клетчатки, и главное, чем он примечателен, этот пирог, тем, что он без яиц, то есть тесто тут не замешивается, это насыпной пирог. Посмотрите при этом, какой он красивый получается и очень вкусный. В этот раз я добавила в два раза меньше сахара по рецепту, и то мне все-таки сладковатым показался, потому что использовала сладкие яблоки. Можно еще меньше. Полный рецепт вы найдете, когда пройдете по ссылочке под этим видео. Ну, кратко, если сказать, тут манка, мука, сахар, разрыхлитель, яблоки. Ну, чуть-чуть сливочного масла. Вот практически все составляющие. Повторяю, что это насыпной пирог. Этим он и интересен. То есть слои насыпаются, в печку ставятся, и красота. У меня домашние очень любят. Рецептом поделилась моя невестка, жена брата. Очень я за это благодарна, потому что иногда выручают. Ну, не сказать, что прям очень быстро готовится, но все-таки вполне. Попробуйте обязательно, угостите своих гостей, они будут довольны. Ну, и вам, скажем, на завтрак такой кусочек, можно даже чуть меньше, вполне себе допустимо. Даже стройности не помешает, особенно если сахара еще меньше, чем в рецепте. Вот такая стройная фишечка дня на сегодня. Пользуйтесь ей на здоровье, никогда не сидите на диетах, будьте бодры, веселы, на канал подписывайтесь, лайк ставьте, и все у нас с вами получится. Всего вам доброго, пока!